Закружились вихри вальса. На площадке перед Дворцом ветеранов многолюдно. Впервые за последние полгода. Снятие всех ограничительных мер позволило провести долгожданный концерт. Для гостей праздника звучали известные мелодии в исполнении муниципального духового оркестра Самары. Вы знаете, вот это прекрасный дворец. Это дворец настоящий. Здесь по-настоящему все можно веселиться, все можно говорить. Мы очень довольны и хотели бы, что этот дворец ветеранов вместе с хорошими людьми всегда существовал, и мы будем сюда всегда приходить. У нас открытие 20-го юбилейного творческого сезона Самарского дворца ветеранов. Сегодня с нашим дорогим другом, партнером, муниципальным духовым оркестром у нас концертно-танцевальная программа «Чтобы сердце и душа были молоды». Среди танцующих не только обычные самарцы, но и представители коллективов, которые занимаются в Дворце ветеранов. Участники группы «Сеньоры» рассказывают, что на протяжении всей весны готовились к выступлению, которое было намечено на март. В прошлом году им удалось завоевать гран-при межрегионального конкурса танца. И в этом они также надеялись на победу. Но пандемия коронавируса помешала планам. Спасибо Дворцу ветеранов, что не забывает устраивать вот такие вечера для нас, для пенсионеров. Уже мы, конечно, засиделись в эту пандемию. И хочется немножечко подвигаться, потому что танцы для нас жизнь, радость, настроение. В ближайшее время участники группы планируют наверстать упущенное и усиленно репетировать. Такие встречи и концерты проходят в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография». Андрей Горгуленко, Виктория Шара и Максим Гусев. События.